Шансон, что-то подождите, я... Тыкайте на сумоны, не стойте просто так. Шансон принимает сумон. Я же говорю, я поставлю чарки и сокеты на новый шмот. Давай. Так, дай-ка я напишу в группу ВК. А чё там с Зелом-то? Чё, на работе, да? Угу. Будет же ж воскресенье. Угу. Дуэ, ты сейчас каждый день играешь вечером, да? Чего? Каждый день вечером заходишь. Ну, на выходных, возможно, меня не будет, сейчас еще посмотрю. Завтра тебе скажу, если буду на выходных, значит, 25-ку поставлю на субботу. Толкашку. А ее надо в любом случае стараться на субботу, потому что это самый выгодный день. Самый рейдовый. Понимаю. Даже можно одного добрать, допустим, если вдруг кто-то отваливается. Так, сейчас, секунду, ребят. Перекурите пока 5 минут, как раз будет время. Так, чё, на ФК? Людям пусть заходят, а да то что-то они пока, чё, на ФК что, хилы здесь, танки здесь, пяток ДД здесь, давайте первую пачку. Забывайте щитком сбивать косты. Пока ищем, будем времени. Волна пламени каст. Ман, метку дай хотя бы череп, чтоб один. Чё, метку? В смысле метку? Вон пробудитель 22 штуки. Чё на метку? Волна пламени. Я сбил. Паладин. Волна пламени. Не сбили. Бил. Так, кто у нас есть? Тёма, а? Скажи такой вопрос. Вот у меня шперчи, да, на агрозаг зачарены, да? Ну. А будет профит, если я на пулю буду менять их на Т10 апнутые две шмотки? Да. Ты их все равно потом не сменишь. Макросом в бою. Нельзя. Не сменишь. Только оружие. Шмотки не меняются в бою. Ты прикинь, ты дерешься, да, такое в реале. Хренак, погоди, парень, я переодену шмотки. Так же и тут такая хрень не прокатывает. Ну а чё, раз кастет из кармана достал. Слушай, ну тотем в бою вроде можно. Второй танк есть тут, да? Череп вытаскивать. Один хапал на мне, второй там танк хит. Вы бейте все черепы. Кто умер, кидайте. Кидайте. Здесь можно долететь. Зачем эфирить? Я их только собрал. Что творить? Так, плюс 1 ДД есть. Сейчас надо еще лилила купить.
Реально, там же ж скоро батькой станет. Ну ничего, батькой-то станет, так только сейчас пол одиннадцатого. Там батькой станет через 9 дней. Кто-нибудь сходите, сагрите правый уход двух. Волшебный поток красовый тоже сбивает. Ставим в личку за спавну. Где Макс? Что, поднем по хардмоду? Сегодня 3 Макс. Раз был 1 по Максу. Так что я думаю, ДПС хороший вариант. Ты же как-то не отправил перевать. Я говорю, в прошлый раз был один нож. Сейчас 3. Шансу нам можете засуманить уже? Все сделал. Да, сейчас пока не трэш будет. Ты можешь тебе можно меня можешь нет, я только что брюлик вытащил. Или можешь, один сейчас зайдет. Это хорошо. Брюлик. Кто зайдет? Какой класс? Мах? Шаман. Фенх. Мама. Фенх. А элемент у нас. Ага, ДД. Это кофе, да, зашел? Да. Вот сумма. Так. Нам бы еще одного приставить. Было бы вообще классно. Или ханта еще одна. Да, а где мульти? Не знаю, где ты. Вроде был. Ты из ДТЦ не пойдешь, пошел вон, Дуат. Пойдешь на шумане. Хотя можно и ДЦ. Конечно, тебе не дадим. Тёма, дай ассист воду тоже. На, конечно. Забирай, командир. Командира забирай. Мой таргет забирай. Макс, короче, меня игнорит. Ну, богомож. Ничего танков нету, да? Чё? Забирай, командир же говорю. Дальше, твой Слав. Дальше. Вот вы если встали туда бить милики, видите, кастуют метки. Взрыв. Вы либо отбегаете, когда начинают каст, либо давайте стану. Я, конечно, все понимаю, но может. О, да, похил пошел. На, ты выводишь, сорян. Можешь забирать. Квадрат. Давайте победить. Бейте странные. Опять их? Сорян, у меня привычка.
Твоя сила на исходе, древнейший. Могу, конечно, послать. Да ну, иди в попу, Влад. Пойдешь на шамане. Вообще там поток бегает. Что-то стену поломали или что, я не понял. Мы же уже говорили. А что там с ними так? Ваншоты отвезли. Да не шоты, там просто надо прохилить. Так вот ты знаешь, вот это час назад произошло. И все это время со мной. Потому что обнов не было. Кто тебе говорил, с какой гильдии? С Илюжина, потому что я с мальчиком переписка. Ну, не знаю, как у них она там шоты. Южины типа хейн или чабуш. Не-не, там часть рейда ушли на чиву 25. На славу рейда. Конечно, ты на как там забыл про чего? Слава рейда. Нет, не на чиву Синдрагос. Не, им с лича вроде чего нужна была. Там плиз сумон просил. Еще мобы. Так, еще мобы. Сейчас убьем. Так. Тансун, ты где? Дожду, Сумон. Мог бы уже долететь. Так я все время этот плащ, чарил и тому подобное. Да. А давайте не только этот пак, а еще левый сразу, потому что у нас там были прецеденты, что мы... Об левый убились. Какой левый? Ну вот мы сейчас, смотри, правый сейчас ушел, забираем, а у нас... А, не, я просто левый под дерево приведу его. Да, жалко, белка ушла, капец. Куда ушла? Егор пришел обратно сюда, на север. Тут вся банда глобалов перешла к ним. Я не знаю. Белка-то не знаю. Лимона не знаю. Из кого идут, наверное. Ты еще не знаешь, Войда. Я Войда знаю еще, наверное, с 2008-го. Так он еще только-только свою вар начал делать. Тёма, ну рейд флаг F по ДПС, смотри. Сразу начисляет ДП. Да, чё слакать? Знаешь, вот так вот берешь чек на АФК. Нахрен там больницу прожимать. Давай. У меня аж дискорд открыт чеков. Заберите с меня, отлично. Много АФК? Да, на чек-то они принимают. Просто надо сейчас посмотреть. Ну ладно, ударить ДПшечку. Если ваши ДПшечку. Ну конечно, три хила ПП. Ключа он не справляется. Так, ладно. Давай вот этих еще убьем на всякий случай. Зачем? Шкуру поздирать? Да не шкуру поздирать, а то, что могут прилететь туда некоторые люди. Ну кто еще слева от босса? Так. Ваш сегодня ночная кара будет? Есть знакомый какой-нибудь? Куга не хочу добирать. Давай тогда 24. Мидвей, танканешь босса? Да, конечно. Его Славикус, танканешь первую копию. Значит, смотри, Мидвей. Рейд, вы вот здесь вот стоите в центре за шкафом. Вот тут, ты гуляешь с боссом вот здесь вот, слева-справа от дерева к дереву, понял? Там два шторма, раз, откайтил, развернул его в другую сторону. Два шторма, откайтил, раз, развернул. Славикус, ловишь это босса. Да, Мидвей. Славикус, вот здесь вот ловишь копию и с ней гуляешь. Шторм откайтил, развернулся. Откайтил, развернулся. Я буду справа от рейда ловить. Рейд стоит в центре. Гуляй. Почему ты
Ну, вот так вот. Короче, босс будет в центре. Да, будет ходить влево-вправо, мелики перебегайте, если вы босса разворачиваете. Это новый вид паладинов. ШП. На пул давайте. Открывайтесь. Чё, бить? Бейте все с прижиганием, рейндж наберите только, чтобы не было под вас так. Так и прошли, можно сбежаться. Бейте у босса 80 стаков. 100 стаков. За спину уходите сразу. За спину уходи, кто там бегает. Это, наверное, Шрэд. 100%. Не стой, потому что шотнет. Вот, сворачивает, вы перебегаете. Ничего сложного. Первую копию сейчас уведут налево. Вот. И точек на все поддерживаем, Медвей. Славикус, он где крестик, сюда ловишь копию, с ней гуляешь вот тут слева, там, справа. Короче, убегаю. Славикус садится второй. На хулипал. Убирай копию. Все, разворачивай босса. Можешь справа гулять, если удобно. Да, ну я сюда пойду. Можешь справа. Все, отходим от морды, отходим, идем босс, который там под горой. Славику скидай на него это правосудие, справедливость, он будет медленнее гулять. И БЗ жми перед штормом на всякий случай. Все, рейд вот так вот бегает, бьет босса, рейд копий, я буду вас за спиной ловить. Шторм клинков. Босса, прижигание, на ком есть, наберите рен. 5 секунд подождать, чтобы не было 100 стаков. Видите, раньше набрали 23 стака, 28. Но уже не 60. У танка не шотает. 94, вообще-то Славик сейчас упадет. Упал. Ладно, я заберу. Надо поднимать его. Да. Поднимите Славикус. Заберешь так. Копию. А, это забрал. Окей, давай. Убил. 69 как. Двое сильнее страдания. Так, я буду бегать, кайф, поселите бог. Двое, пожалуйста. Я тоже сложил. А, ну, посмотри, а вот эту копию не бьет никто. Все собрались там в кучу, вот от всех, кто может бить первую копию, вот они все стаки сейчас собрали. И вот здесь что, ну это вайп. Рекорд, видел, бегал, что-то упал. Не прохилили. Нет, ну давайте тогда еще разочек. Смотри, я тот раз говорил, еще сегодня скажу. Милики могут пойти и бить копию, которую Славика сдержит. Потом еще могут какая-то часть пойти и твою бить последнюю копию. Не надо всем возле босса миликам тусоваться. Станки задыхают только когда стаки. Стаки, когда метки кидаются на рейд, они из двух копий тоже кидаются. Надо набирать на метках. Надо набирать. А можно скажу, пожалуйста, для РДД сообщение? Ребят, у вас будет босс, на котором вы сможете здесь померяться на столб ДПСом. Пожалуйста, если вы между друг другом не набираете рейндж 12, даже не подходите бить копию. Каждый ваш стак это минус, это просто вайп будет. Скажи, вот как сейчас. Написать в чате, чтобы не видели. Тут важно просто хотя бы его даже этого босса убьет даже 10 человек. Но те 10 должны реально держать рейндж 10. Не дотягивайтесь, не пытайтесь протиснуться между друг другом, чтобы бить. Не важно, сколько будет бить его человек. Важно, чтобы между вами не было рейнджа. Все. Это единственное условие. Его в конечном итоге даже Мидвей один убьет. Главное, чтобы не было стаков. Так, я не убью. Чинитесь. Опа, из милишников хочет послакать. Отошли от босса. Догадайся, кто первый будет. Да, ну этот заливает тут чисто босс. Мангиал, стаки не главное. Главное их не набирать. Честер, ты на Мидвея, Твинсе, ты на Славикосе.
Плач Данан, ты меня хилишь. ДЦ, РДР на рейде. РДРУ, ДЦ на рейде. Понятно, у нас так. Холипал и Эвша, мы держите танков. Вроде все, да. Давайте, бафы. Кулаки, кресты, каски, прото. Пофиг, подойди к рейду. Шаман. Он слакает. Все. Только ренжу между собой также держим. Они в одной точке стали. Между игроками должен быть 10. Все, вот если вы не можете подойти и между вами нет 10, не подходите. Ваш ДПС не ваш здесь. Так, Дори, готов? Шаман где? Все где готовы. Где шаман? Шаман где? Шаман над сваром стоит вон далеко со шредером, чтобы меньше ставки ловить. Ничего себе, ну давайте. Новая тактика. Приехал. Бейте. Через горы поворачивай лицом его. Да. Только через горы. Щиток на себе держи. Родный, а что ты не бьешь? И бей. Стакмя влево отбежишь. А вон он подъехал, стаки отдал и уехал. Лучше пусть не подъезжает. Взял, как я за тобой быстро вынес. Скил, все решает. Скор первая копия, слайд постоянно. Убирай место, слева, справа, где тебе удобно. Будешь кайтить. Не забывай правосудие справедливости, покидай кидать босса. Блин, оно у меня не вынесено. Каплю отдал. Я ему каплю отдал, заберите с него. Видите раньше. О, видишь, я ему дал тут правосудие. Отойди из-под босса. Кто там, Честер? Первый раз как-то. Баба. Я там. Не понимаю, зачем лоб рвался, бил бы первого босса. Странно, бейте. Звёздочку он поставил. В каком стаке? Сейчас. Ну видишь, сорвался. Он не успел что-нибудь там поставить. Медвея ревностные, если что, держите на пул ХП, пожалуйста. Шторм клинков. Второй шторм. Кайте, да, вот это справедливость. Прижигание выносим на комп. Рэндж набираем. Шторм. Да, Стим на ману. Шторм, осторожно, под морду не попади. Сейчас боссы отводить будут. Кто там стоит? Агра. Мах. Там уйдете. Скоро копия моя. Буду в центре где-нибудь танчить. Где рудали? Славик, разворачивайся, хилы далеко. Ну, меня положили. Они не бьют, они забагали. Бейте другого. Бейте другую копию. Уже трэш сагрили. Трэш сагрили, прикольно. Где босс? А где босс? Заэвэдился, походу. Или умер, не знаю. Прикольно. Сейчас посмотрим. Держи трэш. Это трэш, блин. Просто ушел, говорит, убейте трэш. Интересно, Сиру.
А это, кстати, тот трэш, о котором говорил. Это потом... только ситуация была нестандартная. Не, появился. Блин, вставай. Можно дойти. Он заявился, когда медведь умер? Да, в горе. Кулак дает Шреддер. Хам. Шреддер дает кулак. Так, что, бафим лоб? Ждем снова пулю с полтора. Какой еще вариант. Кому что надо бафнуть, просить баф и чек на пол. Попытка номер 3. Подожди, его попить. Пить. Рыба стоит. Пить, пить. Я так заметил, у меня три небеса, которые добавляют 4 команды. Оно делит, короче, свет небес на, типа, я, допустим, 23-27 даю с клипом. А когда не кастуют, я даю 18-17к хилом всех небес. Надо менять. Еще пей. Еще пей, 60%. Карта что-то... Пей маны. Это не 2 зна, но меньше хил делать. Может, клятвой был. На готовность. Все, чек, ты готов? Погнали, пуляй. Цирк приехал. Завалу, что там делаешь? Врываемся. Прижигание выносим. Рэнж 12 метров. Стоим 8 секунд, курим. Ты чё на драндулете на самом? Я так выношу скин. Вот, видел, как быстро. Ой, то скоро твоя копия. Что-то много накопились так. Милишники, отойдите, пожалуйста, к свит кофе. РДД вливается. Так РДД не держит уберите. Тоже раньше. Да, РДД не все отбегают, Тёма. Вот и все. Давай с маником, кто не отбегает и называет. Кого чешем, тому ГП. Двое сильнее. Выбирай копию. Второй пал на него садится. Ну заберите с него, ну. За деревом не забирается. Я помог. На коне езди, чтобы быстро. Перед морда ушли, под морду уходим. Чтоб копию забрать удобно танком, нужно либо на коне ездить, либо до взрыва подбегать к боссу, чтобы босс откинул от себя недалеко и вы забрали. Все правильно, выносим метки. Идея кто? Агро. Слайк просил. Ожидание выносим, маги. И вы можете на месте стоять, пусть от вас отходят, вы хилите, вам похуй. Роме, ты чё? Потому что босс дернулся, он был спиной, повернулся и все. Докатался, короче. Чё докатался? Я бил. Сейчас копия будет еще одна.
Бегнем на ману. Ой, это у них же общее хп, да? Да, у них общее хп, ребят. Кто с метками 8, кто с другой копией, бьем под мод, только не забегайте и все. Так, разделение, я скоро вот здесь буду у правого дерева танчить, можете с центра сместить еще. Славик, ты сильно бьешь в этом. В рейнджи. Геру дали. Давайте, Геру, давайте. Славик, упал. Упал он упал. Вот шейпер танчит. И душевый туда. Дымыч забрал. Хилы поближе к Дымычу. Вот куда ты убежал? Славик, ас этот, как его встал. Дымыча про этот бернули. Капец. Забрал кофе. Дал ШВ. Славика, забирай с меня, Фурик. Где ты? А ту, кто держит? Шредер держал. Ну я не понимаю. Так, я прожал. Давайте, босса, чего вы там бегаете, я не пойму. Забрал кофе. Вот, я забрал. Страхуй Дымыча и другого. Силы разделить. Все вроде. С метками только не настакивайте много всего. Сейчас вот вся площадка ваша. Просто стойте и все. Видишь, танк падает один. Я вроде спасать. Какая-то жопа. Так, Славик, у тебя БЗ. КД. Видишь, он меня не бьет. Вот я сейчас отбежал на шторме под правосудием. Он мне не ударил. Поэтому кидай по КД в шторме, да, и отходи. У меня Тала так не вкачнет, чтобы правосудие его стопало. Вот у меня вкачет, но он меня не бьет, когда бежит, только когда стоит. Если я убегаю от них. Видишь? Медведя держите, еще БР кому-то дали. Медвей, руки дайте, или кап. Заберите копию. 800. Славик, забирай сзади. Все, я тоже отъехал. Честер бабу. Три туда. Маги глыбу приготовьте, кто-то может. Доливайте его. Кто-то и кто-то. 2%, которые. 200 тонн. Что? Звезду дотните еще. 1%. Маги, бомбу киньте, шипы, дотки. Все, шипы умерли. Да. Вау. Поем. Плохо, что танки падают. Скачайте себе этот талант, кидайте перед штормом красную джагу. И БЗ нажимайте и убегайте. Будет вам счастье, не будет вам прилетать урон. Что такое БЗ? БЗ — это божественная защита, срезка. Я просто не паладин, спрашиваю. БЗ — это у паладинов. Уменьшение урона на 50% на 12 секунд. То есть, если много стаков, можно отдать БЗ. Если мало стаков, достаточно кинуть красную джагу. И скорость на 20% снижается. На мамонте. Что такое джага? Мажни, пожалуйста. Джага — это прямо на мамонте. Остановись, пожалуйста. Спасибо. Чинитесь. Идем у дракона. Раздаем бафы. Я в ДД. На дракуш. Давай. Лайкос тоже в ДД? Вроде нет. Давайте, подходите все к дракону. Кто там квесты задает? Славик, Сельмен, давайте к нам. Рыбу едим быстро. Да, ребят, давайте с квестом вы потом. У нас времени не особо много. Можно взять его, кстати, ничего не потеряете. Его нельзя потом сдать, я уже пробовал его пошагово делать. В смысле, его можно зайти, никого не убивать, поговорить с НПЦ и квест сдан. Я его сделал еще до того, как я гораздо раньше, как убил первую. Так, чек нам. Тут чек никого там убивать не надо даже. Да, я потанчу. Все готовы, если не готовы, то мне все равно. Поехали. На пол надо к Дымычу.
Ро. Мы все умрем. Так вот. Привет, агро. И так где? Ты сакру давал, надеюсь? У меня КД был. Что вы творите? Восприимчиво. Восприимчиво. Эй, БЗ дайте кто-нибудь. БЗ, а бог. Пленница на это все. Что еще будет? Нет, выносим стоит. 5 штук. Раньше от каждой. Да уплади на гроб, просто херня. Так, меточки смотрим, выносим. ДД можете ставить около меня, дамажить там бренджек как-нибудь. Тушарит. Двое, трое, метасик, медвейв, ангел. Набрали раньше друг от друга. Пошли от красных. Ну, вот, не подходи к этому ангелу. Все, сбегаемся. Сову сбегаемся сюда в центр. Идем. Метки носим с рейда, их набираем рейнджу от меток. Честер, Роми, Клинит, элемент ДНМ. Палы могут скидывать паплом, маги глыбы. Естественно, лучше вот это делать. Медвейс, спекаешься в танк, после танчится славит, баллон так и скинет, мы с тобой на трешку. Еще раз что славит? Ну как обычно, как в прошлый раз танчил. Так и не забудьте. 5 порубаний. Сейчас там максимум скидываешь балл, танчишь дальше. Мы тебе дадим тебе капли, сначала я, потом резцы, шейпер, где они там, тела покидают. Ну что, стали, зашли? Так быстрее будет. Так, медвей в танка. Слышь, Лимон, а вот когда дается метка вот эту вот на этом драконе, сразу бабл можно прожать и уже не будет ничего? Ну, да, да, ты не будет добавка. Все, так, вот шейпер, твинси, чек на ФК. Я понимаю, пал. Что а кто сейчас танкует первый? Босс танчит. Славик? Славикус, да, Славик. Самсунг. Дриен. Первый на него. Дриен. Как только он скулит босса, первый кидаешь антифир. Дриен. После первого каста кидаешь Самсунг на него антифир. Все. Чек на пол, погнали. Бафнуть попадал там шейперу магов. Я тут рыбку поставил, если чё. Рыбу ешь. Кулак варм. Кулак шреддер. Смотри, шаман, это дэм дрипета. Смотри, на яйце сижу, хаваю. Танк готов? Когда готов, пуляешь. Шипет, Дориен, антифир готов. Всё, Слайку, ждём. Тебя только. Антифир. Ставь его там подальше, да, чтобы не проходил эфир по хилам. Да. Ты хил да, лучше стоит в тотемах. Спрашивающий рев. Шансунг, антифир. О, видите, что происходит, блин. Тотем еще можно поставить. Трепета. По хилам тотем стоит.
А там про баня через бабл, да? Да, 5 стаков бабл, на 4-м я тебе каплю дам, на 5-м даст мне. А только 6-й стак будет, скидываешь бабл. Один, встань только, чтобы доставать капли. 4 стак. На 5-м я дам. Точнее, я уже даю. Что ни один из трех паладинов священный щит не юзает. Славится только юзом. Давай каплю. Гей, каплю. Славится и БЗ. Сам нажми БЗ. Шести скинь. Загроз, следите, кто второй. Шейкер, сальдо, да, драйм, убиваем босса. В смысле починили? Средний драйм. Дэм, прожим. Ну, собирать 4-10, чё-то. Больше 5 стаков не набирают. Прорубание? Да. А почему? Это баг? Должны набирать. Почему? 100% у него броник. 5 стаков только набирается. Вот у него сейчас прорубание брони 5 стаков как-то не набирает. Ну, 5. 100%. Ну, нормально. Погнали на ту сторону. Так, по пати. Первая группа, вторая группа, вы играете в сумраке, Медвей танчишь босса в сумраке, Славика танчишь в реале. Третья, четвертая группа, свет по хилам, Твинси, Дориен, Реал, Честер, Лачдан, Юка, по тактике. Те, кто уже был, те все знают, для тех, кто еще не был или забыл, буду все говорить по ходу действия. Так, мне нужен в реале, кто будет ассистить на третьей фазе по метеорам и по этим самым по меткам. Кто будет говорить? Славикас. Не? Нет, у меня все спят, я не могу говорить. Кто может поговорить? Третья, четвертая, пятая группа. Я ассистит. Могу, но я же святом. Честер. Ну. А давай им тогда поменяем тебя. Давай туда будешь в реале, а ты сейчас в сумраке, если ты поговорить можешь. Хорошо. Метеор и метка на все, да. Давай, честно, ты в реале с ДЦ, Твинси в сумраке. Твинси, Лачдан, Лику в сумраке. Значит, метку в реале выносим за спину рейду, первую, в сторону хвоста. В сумраке за спину рейду и от лезвия, когда она будет. Танки знают, как поставить. Я поставлю на себя метку, квадратик. Будете ставить квадратики, будете жить. Внимательно слушайте, что говорят. Танки знают, как танчить, хилы знают, как хилить. Все остальное приложится. Метки эти стоят для того, чтобы вы видели, где центр. Босса централизовать очень важно. И очень помог, кстати. Дориан, что не хватает? Дориан, ты в свету. Ты ДЦ в свету. Все. С тобой этот самый Честер будет хилить. Еще раз чек на пол. Сразу не заливайте вы босса. Дальше оставьте добычу ответственной. И ждем, когда танк пуляет. Все, можно давать мак. Ждем, когда танк поставит, потом врываемся. Этот мир вот-вот. Хороший. Давай в квадрат. Не, нормально, кстати, все отлично. В квадрате стоим. В квадрате. В квадрате, ребят. Идем. Я куда спину рейд. А, так, по поводу диспа. Юка, диспальш. Ты кофе уноси. Шаман, что ты прыгаешь? Уноси за спину рейд. Метеор, побежали. Шаман, возвращаешься через хвост дракона. Ну, мимо лука. Не горит. А, так. Дориан, ты дисквелишь. А Реал тогда, ТДЦ. Пусть хапал хилит.
сумраки пусть. А, сумраки я буду спать. Вот. Не, мне проще, чтобы я не хилил и не спал. Ты танк держи, честно. Да я. Если что, будешь страховать бицу. Что вам приоритет? Сейчас метку будет. Ты давай ДДш, а не пиши, Влад. Вот там персонаж сломался. Метку выносим сейчас за спину рейд. Где она? Нет метки. Значит, будет только метеор. Убегаем, убегаем отсюда. Ходим так за спину, крестик квадратик. Следующую метку носим к хвосту. Уже в рейд, куда-то зайти надо. Отходим. Направо отойдите, не стойте перед мордой. Видите, я попал. Да, ты не туда попал. Да, встал. Давайте больше помогать. Тут еще один метеор. Чуть не успеваем. Успели перевести. Уходим. Метеор уходим. Уходим от метеора. Танк заходит. Прожимается. Заходки танка. Ставит босс. Говорит нам слова какие-то. Танк. Заходить. Что там? Заходи. Заходим. Встаем в квадратик все. Так, Саку дал вам на всякий случай, чтобы не сдох. Да, и каплю отдал. У него ревность, кстати, хилы, алло. Так, ставь бот, я подстрою. Ватчдаун в метках, он рейд. Я подыскаю Геру. Геру, как вынеси? Давай, Геру. К лезвию сместились с квадратик. Квадратик бегом подошли. Квадратик. Кто не подошел? Чулан, Чанцун, Элемент, Мангиал, ложимся. Половина света. Ложимся. Ты это выровнял, они не подошли. Ложимся. Смысла нет. Ложимся, короче, дыхание в рейд. Диспельки в рейд, там все такое. Падаем. Не должны люди умирать в лезвиях. Вот я сейчас отошел, квадратик. Вы в самый последний момент начали уходить, а нужно было уходить сразу. Потому что танк подкрутил, лезвие кастуется 5 секунд, потом оно появляется. Если я отошел, значит вы отходите вместе с квадратиком. Понятно? То в свету остались, зашли в тьму. Сдохните. Они сдохли, потому что они докастовывают. Да, кстати, есть такое. Кто стоит и докастовывает, тот отдыхает. Если давайте и докастовывают, то нужно это делать в правильном, ну, в правильном месте хотя бы. Я тпшнулся и появился в лезвии, потому что я тупо залагал, когда клацал. Когда танк сказал. Один раз. Подходишь к порталу, один раз на него нажимаешь. И подходите со стороны. Меня метр пролагал. Я понял, смотрите, сейчас я. Квадратик на мне стоит. Сейчас я буду заходить с той стороны, где заходить удобно. Где вы не попадете под морду. Понятно? Потому что я знаю, как его ставит танк. Юка, долго это? Да, что за новая тактика? 4 лезвия. 4. Садите от рыбы, не садитесь на нее. Ой, не могу. 4 метки. Это Кирилл вообще идут? Сейчас места не было. Да я понял, чтобы центр поймать. Я понял. И во тьме, чтобы поставить его обратно в центр, потому что он сдвигается. Я понял. Да, давайте ждем Юку. Сейчас, наверное, бутнет, где будет шейпер. Вообще здесь. Чё-то не будет шейпер пока. Нет его. Там, да, когда вы в тьме, с желтыми буквами на экране, пишет Халион, в темных сферах начинает пульсировать что-то энергия там какая-то. Желтые буквы, такие две длинные строчки такие. Их нужно успеть заметить. Вот как они появились, это значит 5 секунд до лезвия, до появления лезвия. В этот момент эти строчки должен замечать танк. Он заметил, посмотрел на шарик, где он. Сделал так, чтобы он был слева или справа от хвоста. Чтобы лезвие делило Халиона по диагонали. А рейд бегает в квадратике. Рейд ориентируется на квадратик. 1, 2, 3 раза сходите, потом сами будете понимать, где нужно стоять, без всяких квадратиков. Если то он ориентируется чисто на бок босса, смотрит. Танк ставит рейд. Здесь там уже танк все зависит. То есть, если танк не довернет вовремя, то, в принципе, и квадратик не поможет.
потому что там квадратик либо под морду прибежит, под дыхание, либо влезает. Так, ждем дру. Чинитесь. У нас мамонт есть. Дайте лапку по паладинам. Как друзья зайдет, вы понятно еще. А будет шипер. Варбут, короче. Шейк. Чё? Я воскрес. Зашла. Так, юг. Все, давайте фулбаф, каску там под рулем. Сдаю прота. Тут рыба стоит прям. Рыбу доешь. РДД и ДД на второй фазе постарайтесь держаться относительно пуза дракона где-то не на 6 часов, а ближе к 7 часам. У нас так, чек на пол. Все готовы? Юка, ДНМ готовы? Юка. Ладно. Не вижу, не подтверждает друг. Друиз, сейчас я вырос. Сейчас, погоди. Погружается в нее. Идем. Дис заходит, скорее всего. Ну, она в Дисе вроде. Может, заходит, не знаю. Офнулась. Ничего не изменилось. Так, посмотри, погоди. Ну, хиль так, чё? Без друг? Ну что, угорает что ли? Нужен дру. Ну вон агру тогда, с пекой. С пекой, да. Выбор невелик. Сейчас, погоди, она зайдет. Зайдет? Ну давайте подопьем. А, точно зайдет? Да, хоть какой-то, но какой дымак у тебя есть? У тебя читка идет, чё ты паришься-то? Я понимаю, что ты не выдаешь там пятнашку свою, которую хотел бы давать. Кто там хочет пятнашку давать? Почему? Десятка нормально. Ну раньше АТ-4 у шамана прокола у Энха. Три молнии вылетало. Теперь прокает одна. Что у нас? Получается, зайдет три мага и ни одного МК, да? Только у арканов два. В смысле, фаера через шар нет у нас. Плохо. Лучше бы маги были ФБ. Конечно, у них приоритеты. А что арканы дают? Они, мне кажется, это вообще бесполезный класс. Сам-то бесполезный, понял? Аркан дает 3%. Ретрики дает 3%. Да это жопа полная от ретрика. Чё там, Юка заходит или мы спекаем друля в эрдру и продолжаем? Секу. Я помню, на Кирге, когда играли, по ДК арканы вообще просто их не брали, просто враги. Кого не брали, у меня там аркан был, что ты говоришь-то? Смотри, какой рейд. Вечер офигительных историй про другие сервера. А ты не играл, нечего рассказать, да? Я вообще не играл в него. Войт, помнишь этого Вара, самка, который мне в склепе написал, говорит, классно танчишь, говорит, возьму тебя. Он мне сейчас пишет, говорит, ого, говорит, ты в РС оделся, говорит, а можешь мне гильдию принять? А что за гильдия? Immortal Heroes. А это, кстати, какие-то хитромордые чуваки. Не знаю, я поговорю с ним. Если что, к вам направлю. Говорит, я тебя в статик возьму. А сейчас к тебе хочет, да? Да-да-да, я еще тогда сказал, скорее я его в гильдии приму, чем он меня в статик. Так, у Маши интернет пропал. Ребят, может давайте на завтра принесем реально. В смысле, ты чё, обалдел? Чё, в смысле, его убить надо и всё. Подожди, агра. Так, удалить. Агра у тебя есть?
аспект друг. Поставь плюсик, если есть. Есть у него. Отлично. Награда. Аспект не свер друг. Хилим. Хилим так. Что у нас по хилам теперь? В сумраке остается только награм, не свер друг. Баф проверяем, черт на пол. Нужно убить в 23. Какие пати, где они помнят? Первая, вторая сумрак, третья, четвертая реал. Пятые хилы они знают. А зачем нам хант в сумраке? Хантам закинь свет. Идем в игру. Мана 9%. Нам хант в сумраке не нужен, он дамаг не дает. От его толку ноль. Давай в реал туда ханта. Курич, да, в реал закинул тебя в четвертую. Понапуливаешь там заодно. Хотя не знаю, ханты в сумраке тоже достаточно часто бегают и дамаг пусть дают, и напуливают. Напуливает там, выйдет когда. Ну пусть напуливает. Ну, так, там чек на пол еще раз. Когда ману добивает. Все, всегда танк пуляй, запускайте до таймер. Почти получилось. Ставь в центре его. Бить начинает, напуливать. Я заслакал. Оттяни еще на себя. Все, все, а теперь разворачивай пустой. Нет, куда смотри. Дим, ты что, за этим что ли? Да, я за порталом, за этим законом. Нет, нет, мы дошли чуть назад, метеор перебежали, это квадрат. Блин, кануться можешь, нет? Да, метеор. Не. Все, все стоит. Квадратики стоим. Ты можешь там жить, живи там. Все это спалить можешь. Но... Тогда вняк останешь, чулан. Метеор 2 секунды. Стали в квадрат. Метеор побежали. Раз на квадратику, смотрим туда лужи, входим влево вправо, трейл не слушаем. Нет, урба! Он уже бенканул. Где метеор? Перебегаем. Все, переводим дракон. 79 ДНМ. Сдох. И в адском пламени, да? Отлично. Так. Он забрал бомбу, по-моему. Не? Он за ну, я вообще ДПС не вижу от него. Поэтому... О, надо... он забрал и зашел. Ну... Так, входи. Со стороны квадратика желательно. Рано зашли, я вам говорил заходить-то. Алло, ребят. Заходим пока. Босса. Сейчас сдохну. Не сдохнешь. Квадрат встаем. Квадрат. Ждем, когда танк скажет. Уже ранее пьем. Похиливать рейд на фул ДЦ. Понимаете? Где, в реале должен один танк, один хил. Откручиваю. Сместились в квадратик чуть-чуть. Пошли. Вот. Говорит, по квадратике напугал. Квадратик стоит. Докручивай, ровно подмозгивает, не сбить. Шейпер мет. Вот лезвий, ага. Вот видите, как же бежал вот шейпер. Что, Геру дадим? Геру, конечно. Следующий мет. Заноситься рядом. Кладите внахлёст. Не. Заучишь, они сейчас две метки залезут. Все нормально. Чулан, клади. Вот, видите, метка. Диспэр. Вот это нахлёст называется. Когда край, точнее, когда центр другой находится близко к краю. В РС-25 герков так нужно, да. Краем в босса. По поводу портала. Если на вас в сумраке кидается метка, нужно выйти в портал, лучше донан метку выносить. Вы с меткой по порталу не клацайте, потому что при переходе в другую реальность у вас скидывается метка. Квадратики бежим, отлезли, уходим, не стоит.
понятно. Если на вас метка кидается, нужно, вы отходите от портала, с вас диспелит, и потом уходите в портал. В том случае, если вы выходите в свет. Запоминайте, тасик вносит. Угу, о, нахлёст, молодец. Медвей, капля от... Так, 51%, танк хил, готовьтесь в этом времени. Отбегаем, последняя линия. Смотрим, где портал будет. Так, появляется дракон время. О, 3-4 портал, после лезы, выходим, 3-4 бегом. А, в реале Честер рулит, Твинси, вынеси метку. И вот портал, не клацай. Вот. Мангуя, выйди в портал, Линдпро, выйди в портал. И Бернди Дэнэном. Если да, когда перебежите, если рядом эти БРД. Отойдите от метеора назад. На, стоп, вы чё, 90? Стоп, сумрак, стоп, чулан, нет. Просто от лезвия крутимся. Мать, чуть-чуть бить ничего. Бьём на полную силу. Стоп, сумрак. На, стоп. РДД, давайте быстрее. Больше дамага в реале, давай. Ты тут, выйди в портал и дамажь свет. Ты что, невменяемый, ну, что ли? Шейпер, метка. Подходим от лезвия, не умираем. Мага нельзя БРМ, ты так понял, да? Нет. Верни, дракон, чуть-чуть еще, поверни, сумбат. Поверни. На себя, на себя. Да, вот, хорошо. Перебегать ко мне. Все, бьем босса. Включайте крылья, сласки пейте. Поты, припоты нужны. Жара не ровно. Шары смотри. Блин. Чуть на себя после лес. Да нормально он стоит. О, пусть стоит. О, хорошо. Играем пока. 2 минуты без 35%. Эти обе реальные. Ангел дыхание. Огонь. Ангел, бля. Большой шансон, если есть в реале. Так, ну вдох. Восемьдесят процентов тьма. 70. Это ДПС нет. Хан бьем. Метка хан. Метеор у вас там. Сурма клет. Тогда метка понесли. Минуту без. Заранее игра. Вам себя не спать. Лезвие. Двадцать процентов. Берса 30 секунд. Походу мы сейчас упадем. Блин, не расстраивайтесь по этому поводу. На, бьем. Пока бейте. Турбо. Перса 10 секунд. Бьем пока. Может не будет. Тасик, не забегай под ногу. Сейчас зашел, получил. Наси метку вообще. Тасик, вынес. Перса. Выжимся. Так, где ты? Не хватило нам ДПС без ДНМ. Да, ДНМчика не было. Не хватает. Я не понимаю, вам пулят, вам чекают. Почему вы стоите за линией ДНМ? Почему элемент ПРО и ШП падают в цвета? Потому что пиво пью. Ну я понимаю. Потому что ГП надо давать уже, реально, ребят, надоело. Давайте. Да, стоп. Будешь, я буду ГП давать. Все, хватит базарить. Тела покинули, залетели вы. Поставьте рыбу. Вопрос такой, у нас, я извиняюсь, что перебиваю, у нас по хилу более чем достаточно по тьме, два захила. Может быть я в ДД реально?
Хочу, хочу посмотреть, сверить с сундучным дисплеем. Блин, гоните. Да, я как манкал тоже, потому что он 3 секунды не выбегал, я сдиспелил, короче, свету и нас раскидало просто по комнате. Не-не, пусть так, он 9, будет. 9, 8, 7, 6, 6. Чего ну, там это из сумрака. Шейпера, это из сумрака. Вот, не, ну, я имел в виду свету мангуал, мах, который стоял, не выглядел. Я в свету нормально ДПС. Просто сейчас, сколько у нас, минус 2. Давай еще раз озвучим. Какая группа, куда идет? Мангуал, элемент про не понимают, что они из света выходят на третью фазу. Еще раз давай озвучим. Откройте рейд. Первый раз. Третья и четвертая это... группа. На третьей фазе, когда у дракона остается 50% хп, открываются порталы в сумраке. Третья и четвертая группа. Находится там Славикус, Орхидея, Клинит, Элемент, Шанцунг, Итью, Турбойс, Мангиал, ДНМ. Вы один раз все, кого я сейчас назвал, клацаете по порталу, выходите в свет и бьете его точно так же, как на первой фазе. Вы носите метки, убегаете от метеоров. Все. С вас диспелит в реале Дориан ШП. Его страхует Холипал. Все, ничего сложного. Поняли, что делать надо? Порталы у нас появляются за спиной рейда, либо чуть правее. Соответственно, 3-4 выйти. Вот и все, и там ДПС. Ешьте рыбу, даю баф. У меня найдется все, что тебе надо. Если делов много во тьме, зачем туда только 3, 2, 2? Может быть, не, все-таки реально не надо в ДД, потому что у нас действительно хила хватает, а для света и тьмы... Слушай, Рену, это ШП есть? Есть. Давайте в реале по ДПС, у нас лочдан. А, подожди, кто там получается? Твинти, лучше, да? Да, да, да. Свет, свету его, но оно нормально с чистером свету хиля. Я имею в виду, в тьме за глаза хватало Твинти и Ягры по хилу. Вот я про то. Я имею в виду, что тьму, из тьмы меня убрать. Да, давай. А, у нас тогда в сумраке. А в сумраке у нас свет кофе есть. Нормально, все. Давай, спекайся тогда в Элема Лачдан. Ну что, Гера даем... 70 в сумраке, мы вам дракон царял, там еще бегать надо. Так, 3-4 группа, 10 человек, выходите в реал. Чек на пол. Я в свет ухожу. Да. Лачдан, ты уходишь в свет, да, ты встретишь. Ты Лем. Готов? Все готовы. Танки. Лем после танков. Начет на пол. Смотрите, не прослакайте. Лимон, помогай равнять, чтобы это быстрее происходило. Мы ДПС сейчас теряем. Правильно. Проведи еще, он не в центре у тебя стоит. Славикас, пожалуйста. Чуть-чуть. Метки же поставил по краям босса. Разверни его боком, не держи никогда. Под боком его поставь. Метеор. Вот так, нормально. Сюда. За спину звездочки, нахуй не звездочки. Это не когда... Справить не двое ей. Хорошо. Метка. Диспелли. Надо скорее мага качать, ходить сюда маг. Два пропала же вниз. Делать нечего, дыры. Метеор. Где он? Там мы уходим. За спину квадрат. Залужен. Лужа в рейд. Приводим 5%. До метеор.
Хёрст. Тачдан, метка. Сань. Стороны. Переводим. Заходит. Только когда он скажет. Со стороны квадратика желательно. Слышите? Когда окажется слева от дракона. Заходим, сразу кнопку назад нажимаем. Поняли? Видите, как мы оказались? Квадратики стоим. Там крутится. Пожирание на сега. Хиливает рейд на фул. Откручиваю. Там откручиваю. Нашли в квадрат. Еще подкручиваю. Рост, рост, дайте быстрее. Не сдохну без его. Уже ранее лучше эпик нахлёст. Ага. Вот как все называется на... Идеально. Вынесенное место. Лезвие кастуется, выноси бой, крутимся от лезвий, верни чуть-чуть, во. Не бегите вперед квадрата, можете получить дыхание или крест. Шажок направо сделаю, будет докручен. И она умерла. Печально. В реал выйдет, у нас получается нет, да, в сумме? Полипало сейчас, турбой сносим нет. Неправильно выйти. Да, нет. А, турбойс неправильно выносить начал, попал в лес. Прял выйдет. Лок сейчас тоже сдохнет, да? Ну, давайте падаем. Да, ложимся. Ложимся. Тут нехер делать уже. Минус 3, сумрак. Ни о чем. А не, ребята, что тут реально. Ходите в портал. Да, вы не спать не хотите. Убивать надо. Нормально, с первого раза. Твинси, чё там, почему умерла? Не от лезвия не отбежала? Нет, а чё? Угу. Понятно. Турбой, смотри, ты как бы молодец, что бенканулся там, понёсся носить. Ты понёсся носить перед лезвиями. Соответственно, возвращаясь, ты умер. Нужно было выносить в сторону головы всегда. Никогда не выноси в сторону хвоста перед лезвиями. Это верная смерть. По слакам вроде всё. Встаем, тела покидаем, бежим, резаемся, бафаемся. Ремонт у Агры есть. Мамонт приехал, я. Слайпусы есть. Все, все здесь, где прист? Кто там валяется еще? Жанцун, да? Мне подвис Вовик ща. Давай, ждем тебя.